последнее произведение, которое прозвучит в исполнении ансамбля «Интертекст». Это произведение, наконец-то, композитора отечественного. Это Павел Карманов. А это клавишник и флейтист группы «Вежливый отказ». А человек, который написал музыку кучи рекламных роликов, которые вы наверняка слышали, включая, что там это было, Ферри, еще что-то. Ну, в общем, очень-очень много. Так что вы знаете музыку Павла Карманова, даже если никогда не слушали современную академическую музыку, и даже если вы никогда не слушали группу «Вежливый отказ». Павел Карманов любит очень, чтобы музыка была красивой и приятной. Это его кредо. Также он придерживается в своем творчестве методов минимализма, то есть повторы одних и тех же фраз по многу раз. Ну что ж, если что-то красивое повторяется много раз, наверное, это приятно. И, естественно, название пьесы — это тоже то, что очень приятно. Подарок самому себе на день рождения. Ведь самому себе подаришь только то, что точно подойдет. Ансамбль «Интертекст», пожалуйста.